Много блюд грузинской кухни стали очень популярны и за ее пределами. В Украине, Азербайджане, Армении, России, где их успели видоизменить, я пользуюсь традиционным рецептом, как приготовить чинахи. Блюдо очень сытное и питательное, им можно накормить большое количество людей, его можно встретить в меню многих ресторанов, не только грузинских. Назвать чинахи первым или вторым блюдом достаточно сложно, зато им одним можно заменить полноценный обед. Существует много рецептов его приготовления, но основой любого является мясо с овощами. Подается чинахи обязательно горячим с добавлением зелени. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Фасоль промываю и замачиваю в холодной воде на 6-8 часов, затем отправляю ее в кастрюлю, заливаю водой и отвариваю так, чтобы она легко разминалась вилкой. 2. Свинину мою, вытираю бумажным полотенцем и нарезаю крупными кусочками, сковороду разогреваю с подсолнечным маслом, выкладываю мясо, солю и перчу, обжариваю 25-30 минут, затем перекладываю на тарелку. 3. Картошку чищу и мою, нарезаю большими кусочками, на сковороде, где обжаривалось мясо, готовлю картошку около 15 минут, обязательно солю. 4. Луковицу нарезаю кубиками, морковь измельчаю на терке, сковороду разогреваю с подсолнечным маслом и обжариваю лук с морковью. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. На отдельной сухой сковороде обжариваю муку до золотистого цвета, набираю половину стакана воды и всыпаю туда муку, перемешиваю. 6. Обжаренное мясо с овощами перекладываю в кастрюлю, заливаю водой и кладу лавровый лист, отправляю на огонь, после закипания добавляю фасоль и поджарку из лука с морковью, вливаю муку с водой, томатную пасту, по вкусу солю и кладу специи, выдавливаю чеснок. 7. Мою и нарезаю мелко зелень, порционно наливаю чинахи и добавляю щепотку зелени, подаю блюдо горячим. Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Картошка, 0,6 кг, свинина, 0,6 кг, фасоль, 150 грамм, лук репчатый, 1 штука, морковь, 1 штука, чеснок, 2 зубчика, томатная паста, 1 столовая ложка, мюка, 2 столовые ложки, подсолнечное масло, по вкусу, лавровый лист, 2 штуки, соль и специи, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 6-7. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи!